Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть SCP Containment Breach. В предыдущей серии мы выбрались в очередной раз из этой ловушки, которая была в начале со 173-м. Нашли карту, поиграли с машиной улучшений, которая делает все либо хуже, либо лучше. Теперь у нас есть карта, рабочая рация, по которой с нами связывался какой-то человек. Кто стучал в дверь? Связался какой-то человек, и после этого его убили. Это было очень печально, но теперь все еще хуже, потому что мы идем в зону особого содержания. Это, как понимаете, не самый хороший момент. Так, там есть что-нибудь? Кстати говоря, да, наушники-то одевайте. Я вижу, что некоторые с колоночками смотрят. Это, ребята, не торт. В хорроры так не играют. Ну-ка, быстро. Давайте начинать. Так, ну вроде как все спокойно. Была ли там эта решетка на полу раньше? Я такого, честно говоря, не узнаю. Надеваем свой наушник. Ой, наушник беру. Я очень уставший, поэтому могу молоть просто... Чушь какую-то. Так, хорошо. Всегда есть вероятность остаться там, если вы будете недостаточно расторопны. Поэтому надо действовать очень быстро. Так, хорошо. Может, по рации какие-то новые сигналы есть? По первому каналу ничего. По второму по-прежнему тревога. Видимо, это... Что процедура... Короче говоря, зачистка уже началась, насколько я понимаю. По третьему по-прежнему играет радио. Но есть ощущение, что все его диджеи мертвы, потому что они находятся на этой же базе. По четвертому каналу что-то очень странное. И по пятому тоже. Хорошо. Пока что это мне ничего не говорит. Ох, я ненавижу такие коридоры. Ну ладно, у нас есть опыт, мы выберемся отсюда. Ох, я ненавижу такие... Раздвоение, расстроение. Уточка. Уточка-то и опять здесь, и тебе тоже ненавижу. Какого черта? Ого. Туннель обслуживания. Сюда нужен какой-то код. Но код я не знаю. Хорошо. Давайте мы тогда почитаем, что это такое лежит. Нет. No. Так, давайте попробуем. Сожженная запись. Нечитаемая. Я просто попытаюсь увидеть какой-либо код здесь. Здесь просто описывают то, что делает дед. Он не убивает никого, они просто попадают в его измерение. И там уже он с ними играет по полной. Они умирают позже, умирают от ранений, от разнообразных заболеваний. От чего угодно. Так, мне не нужно, это довольно жутко, по-моему. По-моему, он сам почитал эту записку, ему не особо понравилось, потому что она в каком состоянии. Хорошо, в туннель обслуживания я пока не горю желанием идти, честно говоря. Для начала я загляну вот в это новое помещение, которого в предыдущей версии просто не было. Ух ты, боеголовки. Что? А у меня какая карта? Просто у меня карта не улучшалась выше. Все, что выше, это получалось мастер-карт, которая, по сути, нам бесполезна. Ладно, странно. Значит, 4-5 уровень есть, но на машине теперь это так просто не улучшить. Ладно, будем знать. Что такое? Что? Ой-ой-ой-ой. Ну тебя нахрен, я не пойду туда. Только не так. Я не хочу умирать в таком грязном и поганом месте. Я лучше поеду в туннель обслуживания. Где, конечно, пятна тут, они меня беспокоят. Так, ну посмотрим. Теперь-то у нас лифт. Все в порядке, да? Что это за вода?
О, нет, чумной доктор. Это, по-моему, его помещение. Нет, 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 только не ты. Какого черта? Я ненавижу это место. А это место ненавидит меня. Он идет за мной. Нужно отдышаться, но он двигается быстрее, чем я, поэтому... Нужно бежать, 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 бежать. Закрыто. Он очень близко, я не знаю где, но... Ну, вон он. Я вижу его глаза. Да какого черта? Дедушка, я не хотел читать твою записку, отпусти меня. Просто уходим. Просто уходим в этот тупик. В этот тупик. Тупик. А, что это такое? Что это я взял? SCP-501 это пилюли, по-моему, лечащие от всех болезней. Ну давай, срань. Сейчас поиграю в кошки-мышки. Я спасусь от тебя, ты же знаешь. Где же ты? Япона мать. Так, хорошо. Ладно, мы живы. Мы живы. Что еще может нам понадобиться в этих туннелях обслуживания? В этой игре же как? В ней не знаешь, где найдешь, где потеряешь, поэтому давайте смотреть, искать. Так, там наш лифт. А что же здесь? Что-то мне подсказывает, что здесь больше ничего и нет. Хотя это уже слишком далеко тянущийся туннель, поэтому... Да нет. Если только здесь, в смежном коридоре что-то будет. Подожди. Получается, да, тут вполне возможно что-то есть в коридорчике, который уходит направо. Потому что он получается прямо за лифтом. Давайте отдышимся, пока что вроде все у нас более-менее спокойно. Спокойно же, да? Не знаю, мне совсем не спокойно. Мне что-то так страшно, что пипец. Так, вот этот самый туннель. Куда же ты меня приведешь? Закрыто. Ну вы издеваетесь, что ли? Ну как же так? Ого! Так, ладно. Я не знаю, то ли эта рация сработала, то ли что. А, закрыто было, наверное, потому что лифт ехал. Подожди секунду. Это не то самое место. Ладно. Нет, это не то самое место. А что это за SCP? Класс Эвклид, это уже плохо само по себе. Давайте попробуем почитать. Так, это мы выкинем. Это мы можем применить сюда? Нет, тогда тоже выкинем. Что-то у нас слишком много этого всего. Вот это почитаем, 513-й. Что это такое? SCP-513, кубический метровый блок. Так, описание. Физический SCP-513, это такой колокольчик коровий. На нем никаких надписей или гравировок не видно. Но на нем очень заметны следы коррозии, то есть у него есть ржавчины. Любой звук, издаваемый 513-м, так, вызывает Strong Anxiety. Что такое Anxiety? Ну, в общем, человеку, который это услышит, становится нехорошо. Судя по всему, там до смерти даже. У них появляется ощущение, что на них смотрит кто-то непонятный, у них увеличивается пульс и давление крови. После одного часа воздействия... Так, они, то есть испытуемые, начинают видеть SCP-513-1, когда открывают двери, ходят мимо зеркал, поворачивают их голову или выполняют другие действия,
с резкой сменой, то есть поля зрения. Так, хорошо. Описание SCP-513-1 разные. Так, они не могут, то есть испытуемые не могут сформулировать комплексный образ того, что они увидели. Тихо. В общем, это... Тихо. Это, по-моему, довольно интересно, но давайте не будем стоять на месте. Не факт, что мы сможем сейчас открыть это дело. Сможем. Ого. Что? Я что-то видел? Я не думаю, что это хорошая идея. Ладно, допустим. Пока что пусть будет у нас. Я не знаю, зачем я это сделал. Это, по-моему, было довольно глупо. Но я это сделал. И я после этого даже сохранюсь. Хорошо, что это за записи. Окровавленный листок бумаги. Господи, на небесах или в аду. Я думаю, что стена треснула. Или пол. Может, потолок. Я не видел поверхности уже 12 лет. Я не знаю, где здесь вообще верх. Когда все запоры открылись, и охранные, короче, двери тоже открылись. Каждая секция теперь запечатана, и мы отрезаны. У меня что-то на зубах, говорит, странный привкус. Ладно, черт с ним. Я пытаюсь резко сменить поле видимости, но ничего пока что не замечаю. Ого, что это? Еще один выход, который, естественно, не откроется. Это отсюда, что ли, звук идет? Ой, жучок промелькнул. Хорошо, ладно, идем дальше. Так, ну окей. Опять эти коридоры, я ненавижу их. Так, а это у нас, по-моему, кстати говоря, вирус, который превращает людей в зомби. Если я не ошибаюсь. Класс Евклид. Нет, тогда значит это не то. Не знаю, давайте посмотрим. Я себя реально что-то чувствую испытуемым. Но у нас не подходит сюда карта, ладно. И сюда тоже. Запомним это место. Хотя я не запомню, честно говоря, потому что я дичайше вообще вымотан, но... Я постараюсь. Так, эта дверь не поддается. И мы попадаем. Нехорошее место. Ого. Так, ладно, допустим. Это не то самое место, где содержался огромный неубиваемый ящер, который при любом случае видоизменялся, так что его вообще не могли убить. Стреляет по глазам, он отращивает новые, выжигает их вот. Тихо, тихо, тихо. Что происходит? 173-й прямо за дверью. Вот там, скотина, и оставайся. Увидели? Он открыл дверь. Скотина. Ты там? Твою мать. Не смей больше открывать дверь, скотина. Не смей этого делать. Не смей, тварь, не смей.
Уходим, уходим. Уходим. Он открыл дверь. Он открыл дверь. Он там, да? Он. Ой-ой-ой. Все очень плохо. Выходи, говорит. Туда солдаты пришли, что ли? Есть ощущение, что кроме 173-го там ходят солдаты. Если это так, мне пипец уже конкретный. Я не знаю. По-моему, мне хана. Ребята. Ребята. Я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Тупые солдафоны. Хотя бы у вас убил 173-й. Блин, еще жук тут постоянно мелькает. Это же надо было так встрять. И на этой ноте мы закончим эту серию. Я вообще не представляю, как мне отсюда выбраться. Я грешил, думал, что это 173-й, но, как я теперь понимаю, это не совсем он. Это ребята с автоматами. И мы в таком положении, что выбраться нам оттуда можно будет только одним способом. Это пытаться как-то дождаться деда, который заберет нас в свое карманное измерение. И если вдруг по какой-то маленькой смешной случайности мы сможем выбраться оттуда, то таким образом мы сможем продолжить игру. Каким-либо другим образом я пока что не вижу, как мы решим эту проблему. Но как бы там ни было, увидимся в пятницу. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.